Привет, друзья! На канале Семьи Поддубных, и сегодня мы заливаем с лапкой стяжку корже. Да, лапка? Будем заливать стяжку? Ты что, будешь бетономешалку загружать или тачку возить? В общем, мы запустили бетономешалку и будем заливать вот все вот это вот пространство. Сделали вот такой трапик, по которому будем заезжать. И начнем с дальнего угла. Все это должны залить часов за 4-5. Планируем. Если все пойдет по плану. Ну все, поехали. Лапка, давай. Включай бетономешалку. Так, процесс у нас кипит полным ходом. Мы уже залили одну полосу. Вот, ездим по вот такому вот трапику. Абсолютно нормально. Тачка спокойно заезжает. Вот, еду в самый конец. Высыпаю, вываливаю вот так вот. И начинаю это все заглаживать. Полутораметровое правило. И вот такая вот кельма. Затирщик такой, шпатель, я не знаю, как он правильно называется. Я его называю шпатель. Вот. В общем, еще чуть-чуть и будет половина. Так вот это все у нас движется. Фух, ну все, вот и финал. Закончилась эта эпопея с этой стяжкой. Значит, на 32 квадратных метра у меня ушло 20 мешков ровно. Ровно 20 мешков. Стяжка толщиной от 3 до 7 миллиметров, сантиметров. То есть перепад пополам, в том углу у меня 3, где-то 3-3,5 стяжка. А вот в этом, наверное, где-то 7. Вот. Ну вот с вот таким вот. Ну это самые низкие, самые высокие. Остальное где-то в пределах 4,5. Вот так вот. То есть вот при таком раскладе у меня ушло 20 мешков цемента. Соответственно, песок, не знаю как сказать. В общем, прилично песка. Пару тонн, наверное. Что еще тут можно сказать? А, собственно, сами все видели, наверное. Нечего тут больше говорить. Так что подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.